Виктора Константиновича. Лучший результат. Третье место чемпионат России 2018 года и второе место Кубок России 2018 года. Алена, встала, надо работать! Ой, правильно, правильно, правильно думаешь делать. Швунг уже руки. Дерни руками. Руками дерни. И надо... На ковре Б в красном трико мастер спорта международного класса Валерий Чепсаратов. Кемеровская область, город Осинники. Параллельный зачет, город Москва. Тренируется под руководством Григория Брайко. Валерия Чепсаракова, чемпионка Европы, бронзовый призер Всемирной универсиады в Казани, многократный призер чемпионата России. Еще раз! Загружай, иди! В синем трико борется Анжелика Витошкина, город Санкт-Петербург, мастер спорта. Тренеры Самохвалов, Алексей Девятов, Дмитрий Герчевло. Анжелика, чемпионка России прошлого года. Нет, проход! Куда ты поворачиваешь? Вот, вот, вот! Убери, плечами закрой. На ковре Б первый период закончился со счетом 4-0 в пользу спортсменки в красном трико Валерии Чепсаракова. В синем трико Анжелика Витошкина. Бабала, суди, а что смотришь? Забирай. Давай, 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 работай, не забирай на крест, что ты делаешь? Вперед, вот так вот, забирай! Алена! Давай, 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 опять! Вот так встань! Ногу под себя убери! Толди, толди! Толди, пяточку держи! В сторону выходи! В сторону! Пяточку держи! Держи, ногу, я на обратный возьми! Держи левую руку! Левую руку подержи! Я еще не нормально! Держи, 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 держи сюда! Куда морду задеваешь, Алена? Алена, ты рекой, ногу, ногу не давай! Вперед, вперед, руками, куда звать?
делаешь? Лена, что делаешь? Ногу убери, плечами закрывай. Давай, иди. Проигрываешь это. Стоишь, атака нужна, ты проигрываешь. Швунг, руками дёрни. Вот отсюда швунг, дёрни руками. А на ковре А победу одержала Светлана Бабушкина, Брянская область. А на ковер А приглашаются участницы весовой категории до 53 килограммов, 1/4 финала, Екатерина Полищук, Краснодар, параллельный зачет, Москва. Анастасия Маркуца, Рязанская область. На ковре Б победила Валерия Чепсаракова, Кемеровская область. Параллельный зачет, город Москва.